Когда сроки поджимают, все средства хороши. В Томске уличили дорожников в укладке асфальта во влажную погоду. Свежий асфальт укладывают прямо в грязь. Так рабочие приводят в порядок дорогу после летнего ремонта на сетях. Больше месяца проезд здесь был закрыт из-за замены теплотрассы. И чтобы поскорее открыть улицу, рабочие готовы пойти даже на нарушение технологического процесса.